Смотрите, в какое ужасное место я попал. И это около метро Трубная. Реально какая-то тюрьмища просто. Мужики сказали, явно такие силовики в штатском, что Кузнецкий мост туда и налево. Вот туда я сейчас и двину. И налево. Хорошо. Люблю ходить налево. Ну, замечательно. Вот вам еще одна машина времени. Как они уютненько здесь припарковались. Прямо хочется лечь тоже. И прямо вот с собою явить машинку. Ну что, ночь, горит светильник. Примут меня сегодня почтенные московские духи или нет? Скажите мне. Да, я знаю. Я ученик Дэвида Линча. Я знаю, где они могут быть.